Всем привет, я Артур Ешетов, и это Top Box News. Самые интересные новости из мира музыки и шоу-бизнеса. В Москве прошло грандиозное мероприятие — премия Оксаны Федоровой «Пара года 2019». В надежде получить заветную награду пришли Сергей Жуков и Регина Бурт, Ханна и Пашу, Анна Грачевская с мужем Артемом Кузякиным и многие другие. О том, как прошла церемония награждения и кто стал победителем в главной номинации, узнаете прямо сейчас. Ежегодно Оксана Федорова и ее журнал «Мода Топикал» устраивает премию «Пара года», где награждает самые красивые звездные союзы в разных номинациях. В этом году церемония награждения прошла уже в 11-й раз. В ресторане в центре Москвы было не протолкнуться. Перед началом церемонии состоялся настоящий парад звезд. То есть наше свободное время посвящаем детям, у нас их трое, поэтому мы стараемся уделить им время, когда есть оно свободное. Поэтому, не знаю, ну, мы выбираемся с семьей, берем собак, котов, детей, куда-то выезжаем за город отдохнуть, наверное, вот так. Залог хороших отношений, когда каждый предоставляет друг другу свободу, в хорошем смысле свободу, и никто никому ничего не должен, поэтому желание притягиваться друг к другу и быть ближе, оно усиливается. Мне кажется, что мы просто очень много общаемся, у нас одни интересы, и мы реально очень много разговариваем. Мне кажется, что наш секрет взаимоотношений именно в этом. Ведущими вечера стали Анастасия Заворотнюк и Петр Чернышов. Супруги объявили со сцены победителей в 17 номинациях. Вдохновляющая пара, по версии журнала «Мода Топикал», стали Дмитрий и Елена Маликовы, а чувственная пара — Эсте и Ассоль. Ради премии «Пара года» пожертвовала речью, которую она готовила, когда ей будут вручать «Оскар». Она давно ее написала, но в этом году с «Оскаром» не срослось, и она решила эту речь сегодня сказать со сцены сегодняшней премии «Пара года». Это была прекрасная речь, любимая. Спасибо, дорогой. А в главной номинации «Пара года 2019» победили Владимир Пресняков и Наталья Подольская. А в перерывах между награждениями пар присутствующие могли зажечь под хиты известных исполнителей. Оставайтесь на волне музыки вместе с Russian Music Box. Смотрите Top Box News и узнавайте о самых интересных новостях из мира музыки и шоу-бизнеса.